Rolyblocks. Rolyblocks. Построй свою систему, спроектируй свой сетап, воздействуй на звук. Сиборд Блок — это больше, чем просто MIDI-клавиатура. Революционная тактильная клавиатура позволяет воздействовать на звук с помощью прикосновения. Вы можете использовать любые звуки, от акустических до электронных. Добавьте экспрессии с помощью простых жестов. Вы можете ударять по поверхности контроллера. Используйте плавные сдвиги влево и вправо. Или вверх и вниз. Надавливайте на клавиатуру. И резко снимайте ваши руки с клавиш. Blocks — это модульная система. Вы можете добавлять новые модули для расширения вашего сетапа и получения дополнительных возможностей контроля. Lightpad Block — еще один тип контрольного модуля. Он оснащен тем же уровнем тактильной чувствительности, что и Seaboard Block. Он маленький, но невероятно мощный. Например, вы можете играть ударными, не отпуская пальца от поверхности контроллера, или управлять акустическими инструментами с помощью интуитивных жестов. Управляйте синтезаторами, эффектами и так далее. И все с помощью беспроводного контроллера, который войдет даже в карман. Блоки контроля включают набор коротких команд, которые помогут в создании треков и управлении звуком. Модуль Loop позволяет записывать лупы и создавать песни. Модуль Touch позволяет точно настроить чувствительность других модулей. Например, вы можете плавно менять высоту ноты. Или, активировав режим пиано, играть хроматические ноты. Модуль Live позволяет модифицировать ноты, которые вы исполняете, создавать различные эффекты и импровизировать с новыми идеями. Все модули имеют беспроводную связь с бесплатным мобильным приложением Noise. Noise включает множество библиотек мультипространственных тембров, а также возможность записывать лупы. Кроме того, вы можете использовать Blocks и с стандартными DAW в качестве современного MIDI-контроллера. Здесь вы можете работать как с вашими любимыми плагинами, так и с авторским мультипространственным синтезатором от Roly, Equator Player. Также вы можете настроить пресеты, чувствительность и поведение ваших модулей с помощью приложения Blocks Dashboard. Например, вы можете создать банк фейдеров для микширования треков. Также вы можете создать хроматическую сетку пэдов 5x5 для исполнения с использованием ладовых пресетов и затем играть на синтезаторах. Или вы можете создать стандартную сетку из 9 пэдов для исполнения барабанных партий. Также вы можете создать XYZ-пэд для управления эффектами в трех измерениях. Начните с малого, закончите большим. Blocks — это инструмент, который будет расти вместе с вами.